have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и это ублюдки из пустоты. Но, наверное, надо было еще нос зажать. White Bastards. Итак, я очень много хорошего наслышан про эту игру. И, кстати, смотрите, здесь главный экран сделан как страница комикса. Он такой еще вверх-вниз ходит, естественно, потому что он вертикальный, это же страничка комикса. И вроде как это очень крутая штука, и мы можем попробовать сложность обычная. Я не знаю, что это здесь значит, но есть, видимо, легкая. А, легкотня, легко, обычно, сложно, крепкий гад. Причем оно такое трясется прям, да, давай его сюда. Нет, мы пойдем на обычно. Я вообще ни разу не играл в эту игру. Я вам даже больше скажу, я не видел ни одного скрина, я не знаю, в принципе, что там происходит внутри, я просто слышал отзывы о том, что это очень крутая штука. Давайте заценим, почему бы нет, просто поехали дальше. Сом. Ковчег не прибыл на долбанную контрольный пункт. Ну, отправься 118 в главный офис. И выполнена поставка ресурсов. Раз он шел через саргассовый туманность, мы все равно потеряли клиентов. Да, пожалуй, вырубай технику, лучше пойдем бухнем. А если будет какая-то нецензурщина, я просто не буду это читать. Тут далее, это все типа в виде комикса сделано, круто. Единственное, что я не знаю, как мой голос будет пересекаться с их голосами, они-то говорят на английском, ребят, не знаю. Может, вы будете тогда сами читать, может, я попробую вам озвучивать, посмотрим, насколько часто будут такие сцены. Саргассова туманность, 283 световых года от того места, где мы были, готово. Whoops-a-daisy. Oh. It looks like you've run out of bullets. Ammunition requests can be filed at the Void Arc. Типа, опа, oh dear. У вас закончились патроны. Return to the Void Arc is currently prohibited. This prohibition will be lifted when you obtain the line printer, or in the event of your death. Это FPS, first person shooter. Ага, правой кнопкой, значит, левой кнопкой, говорит, ну, компьютер такой говорит, опа, у вас, ну, я думаю, вы прочитали, типа, закончились патроны, но патрон дать я вам не могу, уборщик. Так, это мои жизни, это мой... Запас кислорода, вы издеваетесь? Так, туда я попасть не могу. Это, видимо, мы на том ковчеге, который, собственно... Вот как это происходит, понятно. Нарисовка немножечко... Did you know the line printer is likely located in the admin cubes? О, это я, Бейли Эй. Статус. Очки здоровья, топливо, один прыжок, еда, один день. Это выживалка? Я заключенный? Нарушение, неосторожный переход улицы, красиво. Ау, ну да, да, все, все, все правильно. Я могу прыгать. Архивы есть, я бы почитал. А, на букву И еще можно брать всякое, да? А что мне дают ручки? ETA for arrival of supply vessel 3 days. Probability of survival for 3 days 8%. Спасибо. Говорят, вероятность моего выживания на протяжении 3 дней 8%. Крутяк. Стимулы. Я пока не очень понимаю, что происходит. Это выживалка или что это из себя представляет эта игра? То есть вон у меня... Ладно, давайте смотреть. Малолетки? Какого фига здесь происходит?
Это надо будет прятаться. OH&S regulations require you to avoid being incinerated by gunpoints. Турелями. Я могу закрывать двери. Я понял. Меня будут гасить турели. Линза. Что, блин? Почему я собираю ручки? Having trouble locating items? Why not use your local mapping device? Да, это я уже понял. Да-да-да. Турелька меня увидела. Это шкафчики, да? Да. Напомните, что я здесь делаю? Так, карта этап. Мы... А мне сюда. Да, на мостике я не попаду. Так, да. Получается, мне надо выйти и пойти... Ай, блин, да больно же, я думал, он не попадет. Мне, получается, надо идти к этим малолеткам, что ли? Если мне придется от них... А, нет, сюда я не пройду, я понял, хорошо. А как мне тогда... посмотреть цель строчный принтер. Это я понял. А где она находится? А, источник кислорода. Отключает систему охраны. Восстанавливает питание. Блин, я везде это мог сходить или... А, нет, не мог. Я появился здесь и пошел сюда. Или... Я появился здесь и пошел сюда. Да-да-да, точно теперь... Пункт вызова грузовоза я сделал. Ну, видимо, мне сейчас как-то попробовать туда добраться. Иди нафиг. Ну, я же говорю, рисовка немножечко похожа на Borderlands, но почему-то... Нет, имею в виду. В Borderlands мне немножечко не понравилось. А здесь симпатично. О, можно сюда пройти, точно. Спасибо. Есть! Все, принтер был здесь. Return to the Steve is now recommended. Блин, это... Ай! Надо на карачках было идти все это время. А, я потратил уже дофига жизни, это не очень хорошо. Найдите на карте путь к Стив. Ну, я так и думал, там как раз нужно было 5 вот этих штук, чтобы открыть. Там будут патроны. FYI, a vessel associated with dangerous occurrences is approaching. Might I suggest a rapid evacuation? Да, я не спорю. Я совсем не спорю. The vessel is docked and dangerous occurrences are now imminent. Looks like we lost some survivors. Do a sweep and clear the ship. А как я должен был, извините. Excellent. Return to the void arc is now possible. Note to self. Issue more bullets to replacement client. Не переживайте, вы должны. То есть, минуточку, вы хотите сказать, что это было нормально? Я думал, я проиграл. Клик-клик. Client expired. Срок действия клиента истек. Что? Возвращаю арендованное оружие.
Steve cleared for return to Void Arc. Steve разрешено вернуться на ковчег. Нажмите любую клавишу. Вот оно все, как здесь, почему, зачем. Ну, я более-менее начал понимать. Рюкзак Пэл занят заполнением документов. Мои ручки собирал. Steve cleared for docking. Форму 45 отправлена, Стив стыковку разрешает. Ковчег пустоты. Ха. OHS violations have resulted in a premature end-of-life situation. Recruiting replacement client. О, замена. Стивенс. Issuing WCG client care package. Иногда кашляет, привлекая врагов. Твою за ногу. Вы чё? Так, видимо, наш первый персонаж реально отъехал. Заключенный. Нарушение. Причинение обонятельного расстройства директору CNT. То есть он при нем курил, и за это его посадили. И мы, по сути, наверное, тоже будем его ненавидеть за то, что он курит, потому что эта тварь будет кашлять. Иногда кашляет, привлекая врагов, это звучит уже плохо. Нарушение техники безопасности привели к смерти. Кадровую замену. Выдаю набор поддержки клиента WCG. Ну что ж, давайте тогда далее. Чувак курил, и за это... А... Так, топливо и так, голод, так, хорошо, поехали. На 3 дня хватит этого. Вас выбрала система аварийной замены кадров. Добро пожаловать на инструкцию. На инструктаж. На судно неправомерно проникло несколько человек, вывело его из строя. Ваша задача запустить световой привод. Ну, то есть, типа... А, это они все заключенные, эти шлемы, это у них, типа, как маски, я понял. Okay. Так, предъявите карту гражданину для разрешения запуска. Ой, когда вы стали осужденным клиентом, сижу, у вас карта была разрезана. Да. Не переживайте, вы сможете найти все необходимое для ее создания на соседних судах. Я пока не совсем понимаю цель этого эксперимента. Вам потребуется строчный принтер и удостоверение. Нажмите любую клавишу. Найдя эти детали, вы сможете собрать из них карту на верстаке Steam. Круто. Карта гражданина. Новая карта гражданина, нужная для запуска ССП. Детали. Верстак. Нападение пиратов вывело из строя ковчег WCG, который теперь беспомощно дрейфует в саргассовой туманности. Баск нужен человек с карты гражданина для запуска сверхсветового привода. То есть, по сути, они сейчас используют заключенных для того, чтобы мародерствовать на других кораблях, чтобы те им достали карту гражданина. Так. Удостоверение и строчный принтер нужен. Valued client. Преследуйте к строчному принтеру по скачущей стрелке. А как мне это сделать? Ребят, я ничего не хочу сказать плохого, но... Как мне это промотать? То есть вот... А. Нет. Создание живодер на судне, живодеры и всякое такое. Создание дыродел на судне. Терапия дает новые черты. Кули, шок, заряды, шлак. Съесть один еды. Я не знаю, я не могу тут сжечь одной еды топливо, съесть один еды. Это ускорение. Ну, по идее, мне говорят, что я могу туда добраться, может быть, просто по очереди идти. Ну, хорошо. А,
звездная карта. Я просто не могу понять. И что мне дальше? Ускорение? Видимо, да. Requisitioning it would not be substantively illegal. Так. Ну, войти, пожалуй. На судне есть живодер. Живодеры, электрики, так. Ну, пойдемте посмотрим, по крайней мере, что это. Типа я высаживаю здесь. Топливо, цель жужжалка. Тут есть мостик. Пойдемте посмотрим, что это такое. The nebula has caused citizens to assume irregular forms. I'm sure no one would blame you for murdering them. Сэндвич я возьму. Тут просто лежит сэндвич. Это хорошо. Угу, только для... Только для экстренного использования. Тут можно запирать двери. Lost? Fuel and part locations can be downloaded at the helm. Черт, он выскочил. Я просто до этого ни разу не стрелял, и я не совсем понял, как это все делается. Чувак на меня просто выскочил. Так, тут можно заполнить кислород. Так я понимаю, эти корабли, поскольку они хлам и шлак и всякое такое, они не герметичны. Также можно убегать от этих ребят. О, это хорошо. Вот я кашлянул. Так, согласен. This WCG worker is colloquially known as a screw. Given your capabilities, an attempt to murder him would almost certainly fail. Он меня заметил. ССП, что здесь? Здесь что-то есть. О, канистры с топливом. Now I suggest you look for the buzz box. Тот чувак за мной гонится, я так понимаю, да? Он мне такой говорит, это скорее всего, эта штука тебя скорее всего убьет. Запускает вещи в пустоту. А она мне надо? Оказывается, добыча. Черт, он кашляет. Мне не нравится, что он кашляет. Там этот чувак ходит. Мне это тоже не нравится. К нему туда можно зайти, но я что-то не горю желанием, честно говоря. Пойдем сходим на мостик. Тут кто-то есть? О, патрошки. Патрошки я заберу. Загрузить расположение врагов. Да не, мне это не надо, спасибо. То есть я на это потрачу 10 чего бы то ни было, вот этой вот валюты, и... Я с этого корабля скоро свалю, мне это не надо. Ну, я надеюсь, что я скоро свалю. Патроны я тут забрал. Что мне тут еще делать? Мне нужен вот, вот этот жужж. Охр. Ох, рано. Перестань кашлять. Уборщик. Ну, уборщика я убью, допустим. Сюда можно еще и так проникнуть. Уборщика мы просто сдули.
Это, кстати, мне понравилось. Хо. Два использования. То есть, сюда можно заманить этого чувака. А вот это интересное кино. Давайте попробуем. Я не уверен, зачем оно мне надо. Но там что-то есть. Он стрелять сразу начал. Все, до свидания. Фух. Он меня немножко пострелял, но план удался. Пойдемте заберем кислород и пойдемте поищем его комнату. Я не уверен, что мне нужен кислород. Давайте я просто обыщу его комнату. Отключить охрану? Зачем? Стой, тут нету лута? Я это все зря, что ли, делал? О. И к нему я, в принципе, зря тогда попадал, да? Вот у нас установка с воздухом. Я сюда пришел просто за сэндвичами? Are you certain you want to leave without requisitioning the buzz box? Что? Какая коробка? Я не понял, чего от меня хотите? Показать, где добыча. Ладно, пойдем. Все равно кислородом я зарядился. Видимо, я что-то неправильно понял, пардоньте. Пока выглядит на самом деле интересно. Ну, расположение врагов, расположение... деталь, кстати. Без этого мне просто не подсвечивалось, серьезно. Мне нужно было сразу это сделать. Еда. Все, теперь я помню, как это работает. То есть, получается, я потратил на это 5 стимулов. Блин. Я мог его просто не вытаскивать. Все, валим отсюда. Хорошо, я более-менее понял, как это все работает. Батарейка, перфокарты, три бутера, жужжалка, уж не знаю, что это, топливо, почему убрать, я хочу дальше. Ну, хорошо. Еды на 5 дней, есть! Еды на 5 дней. Верстак. После возвращения... после взведения взрывателя при приближении врагов щелкните и создайте. Жужжалка. После взведения взрывается при приближении врагов. То есть, по сути, мина, что ли? Ну, давайте я создам, я не против. Посмотрим, как... это мне открывает новые опции, я понял, тогда надо.
Don't worry. Other clients will make good use of any items you've constructed. То есть, вы наверняка думаете, что же будет, когда я умру? Не переживайте, созданные вами вещи послужат другим клиентам. Ой, блин. Звездная карта. Туманность стала необитаемой бездной кладбищем кораблей. Короче, неправильные люди попали в неправильный это отдых. Один еды, 25 здоровья. То есть здоровье у меня автоматически не восстанавливается. У меня 328 очков здоровья. Угу. И 5 сэндвичей. А отдых восстанавливает 25 здоровья всего лишь. Ну, давайте отдохнем. Проживали. Хорошо. Мы можем пойти сюда. Грузовик. Угу. Угу. Скорая. И карцер-лазарет. Блин, карцер-лазарет звучит уже не очень хорошо. Там есть туристы несколько, малолетки несколько. Тут. Сюда мне, кстати, надо. Тут есть дыродел, тут есть шиномет. Что, блин? Вертухай мало, и малолетки несколько. То есть там будет даже несколько вот этих бугаев, которые меня, скорее всего, грохнут. В общем-то, так тогда, ребятки, сделаем. Наверное, вот это будет первая ознакомительная серия. Мне немножечко надо переварить, что здесь случилось. Да, извините, немножко меньше, чем я планировал. Вот, но... В принципе, мне кажется, что игрушка прикольная, и она... ну, как бы достойно внимания для дальнейшего прохождения. Давайте попробуем это сделать, попробуем ее пройти. Мне пока нравится, очень необычная концепция. Очень все прикольно выглядит. Я надеюсь, что и в дальнейшем все будет тоже хорошо, и все будет становиться еще лучше. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.